того, как я подсоединю к пищепроводу. Лежи, 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 лежи. Не вставай. Увидела, что я взял камеру, и все, бегом. Все, ты сейчас мамаша, а не актер. В общем, от того, как я подсоединю их к пищепроводу, зависит моя спокойная ночь, как я буду спать. Вот подсоединю их всех правильно, значит, сон мне обеспечен. Они тогда мирненько спят, не пищат. Как только подсоединение было произведено неправильно, сразу же они дают о себе знать. Вот видите, вот отсоединился. А тут, иди сюда. Это кто у нас тут? Это у нас тут Лирочка. Вон сисюнька. Вот, давай. Ты маленькая, ну пусть. Я все время путаю, они похожи, видите? Вот. Лира и Мажорка. А Шурка со Спиридончиком тоже похожи. Ну, тут еще у Спиридончика хвостик, видите, какой беленький, а у Шурочки хвостик черненький. Вот, и у Шурочки еще на голове сердечко. В общем, вот такое вот подсоединение. Вот сейчас я знаю, что спокойная ночь не обеспечена. Они могут до утра не пикнуть. Но если кому-то что-то не хватит, он будет скрипеть всю ночь. Так, ты куда? Все? Мажорка отвалилась. Он как бы похудее остальных. Ну, я скажу, зато пошустрее. Он первый уже начинает ползать. Первый становится на ножки. Эти по-пластунски лежат. А он самый такой. И все время вот сюда в угол пытается вылезти. Вот, сейчас сюда смотрит. В общем, он как батя. Вот все время за забор. И этот за забор поглядывает. Видите, это же вот заборчик. Вот он. Вот он. А вон он. Мажорка за заборчиком. Так ему хочется. Иди. Иди, иди, иди. Вон сиська освободилась. Быстрее. Бегом, бегом, занимай. Давай, давай, подсоединяйся. А ты, Лирка, ты что, все уже, что ли? Она спокойная, она меньше пищит. Пищит в основном мажорка. Ну, все. О, видите? Вот она. Она. Потому что преждевременное отсоединение от пищепровода. Так, а ты, пузышка, иди, иди. Придет бессонные мои ночи. А чего ты? Чего ты? Что такое? Что? А, все хорошо. Все. Ты самая у нас толстенькая. Сюда хочешь? Хочешь? Другой мир, за забор. На, ползи. Мирочка, ты куда? Сиди. Ну, все уже. Накормила. Видела непорядок. Ага, и как ты? И что ты будешь делать теперь? Когда они были маленькие, она брала за голову и обратно их туда заносила. А сейчас уже... Верунька, дай я с Шурочкой пообщаюсь. Тут вон, видите, ухо, ухо убери, ухи, ухи. Мирунька. Давай так, ладно. Мирка, она все согласна, но я ее должен гладить, постоянно гладить, тогда она мне позволяет. А мне ж надо еще и держаться за землю. Рукой. Да глажу, глажу, глажу. А тут вон, знаете, разошлись.
бурбосы. Ну что, Шура, ну что, Мирунька, дай мне пообщаться с Шурочкой. Дай. Все. Дай, мы отдельно дадим. Ну вот же, вот. Хватай. О, индивидуальная кормежка. А здесь пока Митя пытается что-то уже. Уже лазит. Уже Спиридончик тут вовсю чешет. А мы Шурочку подкормим. Надо больше. Мирка, каждую секунду я тебе должен гладить. Ну, Миш, надо передвинуться сюда. Все. Все. Сюда. Вот он ваш. Мир. Ну, в общем, мажорка уже был в этом мире, Шурочка была. Осталось у нас теперь Лира и Спиридончик. На очереди. Сам в это время, видите, чудил. Если я сейчас прекращу Мирку чесать, она тут же побежит и к щенкам и не даст мне ничего снять. А тут, видите, что происходит? Какие-то разборки происходят. А что за разборки? Не знаю. Вон. Спиридончик что-то пытается пролезть, вот видите, между кем он там, между мажорчиком и Лирочкой пробиться. Смотрите, какой упорный какой. Спиридон он, это тот, который лежит все время на спине и на боку. У каждого отличие. А мажорка, он уже встает и уже бегает вовсю. Ну, уже может метр-два пройти самостоятельно. А я все равно, видите, чухаю Мирку. Стоит только мне бросить, смотрите. Брось руку. Все, давай, хозяин. Опять чухай. Ну все, иди, Мирунька. Иди, успокаивай их. Давай. Они уже в панике, что мамы нет. А я ухожу. Не буду мешать им воспитывать сыночков. Все, пока.